отправились на борт не военно-морского флота. Больших еще не видно. Я подефилирую перед вами. Имейте в виду, это я вам показываю Амурский залив. Здесь вот последнее время, последние годы, не помню сколько, корабли военные устраиваются на парад, на день флота. Ну и на какие-то там другие, по-моему, праздники, но я точно не помню. Я праздник, для меня каждый день праздник, потому что я не пью. Уже 20 лет я праздную каждый день. Так что, друзья, любуйтесь красотою морскою, а может, морскою красотою, я не знаю. Я не поэт, но скажу вам стихами, как прекрасен этот залив. Век бы его не видеть. Скоро я уеду. Обещание вам делаю. Посмотрите, как вот волны бьются. Давайте посмотрим туда. Волна. Это волна. Амурская волна. Старый батюшка Амур. Река, я имею в виду. Которая мимо Хабары протекает. Приносит сюда воды. Вот здесь воды. Его впадают в Японческое море. Ну, можно так выразиться. Ну все, друзья, я заканчиваю репортаж с места, где впадает вторая речка и Амур в Амурский залив. Здорово. Амурский залив произошел от Амура. Вон, видите, тральщики, это тральщики. А мимо них вон там катера торпедные. А вон там два десантника, вон они, два десантника, которые морскую пехоту возят. А у нас сейчас, если кто не слышал, сообщаю, есть, извините, чехотка, ветер морской. Задул мне в этот, ну вы поняли. Друзья, короче, есть дивизия, полк морской пехоты казачий, представляете? И вот сейчас на место танков, на этих десантниках, возят лошадей. Хотели в свое время для этого полка казачьей морской пехоты два насраля во Франции заказать. Но те, когда пронюхали, что они будут лошадей возить, и снова казаки будут по Парижу ходить, они нам передумали продавать насрали. Они продали египтянам. И те на них, на насралях, возят мумии фараона по всему белому свету. Спасибо за внимание, друзья. Как вам, понравилась панорама? Я думаю, понравилась. Знаете, какие волны, какие накаты, друзья. Такое бывает. Только в Амурском заливе. И такой срач вокруг, вон бутылки валяются. Ой. Это только человек во Владивостоке, живущий, может загадить так берега, все берега. Потому что Владивосток – это столица, в которой проживают гринкаковцы. Поняли? Они везде какают, гадят, видите, вот везде гадят. А море, Амур злится, видите, он шумит, ворчит.
и сам намывает всякую дрянь, которую они еще, люди эти, ренкаковцы, бросают еще и в море. Спасибо за внимание.